Три популярных маршрута не прошли скрытую проверку ГИБДД. В Красноярске провели очередной рейд по автобусам. Во время патруля не в лучшую сторону отличились водители 3-го, 71-го и 80-го маршрутов. Так, например, автобус номер 3 проехал на красный, остановился на пешеходном переходе и нарушил правила перестроения на проезжей части. Мужчина, находясь за рулем автобуса номер 80, не пристегнул ремень безопасности. Ну а водитель 71-го маршрута нарушил движение на круговом перекрестке. Теперь всем им придется заплатить штраф. Такие рейды проводятся регулярно, и нужны они для того, чтобы снизить статистику аварий с участием автобусов. В рамках скрытого контроля госавтоинспекторы следовали на автомобиле гражданского исполнения и на всем маршруте автобуса следили за тем, как водители соблюдают правила дорожного движения. На конечных остановках автополицейские привлекали водителей к ответственности.